Короче, ребята, ветер сильный, естественно, раскидает сейчас, но смысл видоса, значит, какие пули более устойчивы при ветре, значит, ребята, поняли, да? Значит, какие пули будут устойчивы при ветре, я имею в виду, и при чаче, так сказать, вот так вот. Барракуда, Predator Metal Mag, GSB и Predator Polymag. Все, короче, пошли. Так, дверцу закроем, а то. Короче, вот наш, естественно, Денка наша. Ой, блин. Ну чё, я уже не помню, кто первым написан там. Сейчас гляну и так буду заряжать. Так, с первой барракуда. Вот они, барракуда тут. Я вот так буду отодвигать их, чтобы не путать. Вот барракуду поставили. Вот барракудка. Дистанция 20 метров. Я по-быстрому буду, постараюсь, а то 20 пуль надо отстрелять, ребята. По 5, значит. Ну, посмотрим, что у нас получится. Давай, заходи, закрой дверь. Я закрою. Металмаг сейчас полетит. Металмаг, значит, полетит. Этот отодвинули. Металмаг подвинули. Металмаг знаете, да, все ребята, наверное. Вот они. Вот интересные пульки, ребята. И Полимаг то же самое, но у него пластмасска вместо латуни. Так, поставил пулю, поставил. Никого.
Ну вот как ветер поднялся и сразу раскинул. Раскидал вернее. Короче, при ветре большого смысла нету стрелять, даже на 20 метров. Но нам интересно, кто устойчивее, значит. Какая пуля устойчивее к ветру. Ну, ветер тоже не постоянный. То сильно, то не сильно дует. По-моему, четвертую я уже отстрелял, да? Ну, чача дает о себе знать. Раз, два, три. Это пуля в пулю, да, попала, наверное. Потому и не видать его. Нет, ветер. Короче, сейчас GSB 0,60 грамма. Этот отодвинули. GSB 0,67 подвинули. Я сейчас знаю, многие мотают. Многие мотают. Да перемотайте, пожалуйста, ребята. Начали полимак. Вот они.
Все, короче, вот такие пироги, ребята. Что есть, то есть. Ветер дает о себе знать, значит. Пойдемте поближе там посмотрим, что к чему. Наводчик, блин. Вот так вот. Ну, ветер дал о себе знать. Металмаг пуля в пулю. Ну, короче, я не хвастаюсь, ребята. Я просто вам показываю, что получилось. Вот так вот. Вот такие пироги, ребята. Ну, еще один пример того, что при ветре, так сказать. А здесь вообще, блин, картина интересная нарисовалась. Охренеть можно. Да. Ну, ничего. Ну, ничего.